Река просто. Там, да, там не подойти. Смотри, какой. Андрюша, аккуратненько. Андрей, аккуратненько. Пішла з копи пошкандибала. Хороший дождик пройшовся. Хороший, это ливень от самого. Та град конкретний такий був, що взагалі. Зато смотрите, скільки води. Що не засушить? Боже, мама, а куди вона втікає? Так воно в копанку вам тече. Результати буде повна копанка. Результати грози дождя сьогоднішнього, після жари такої. Маки упали. На дорозі ріка тече. Я вилюблю. Може, це ваше озеро вийшло з берега? Тут була дорога ще сьогодні утром. Там наші машини в воді. Йоханы бабай. Всі колеса в воді. Такой град был, ужас. Пчела, пчела. Там передние колеса тупо в воде. Ну, так, чтобы не сделать. Не, ну я просто тебе там говорю. Они же герметизированы, они же там с силиконом все это закрывают. Оно дно нам не лоскочет уже, вода не попадает. Ах! Ну, помойте как раз. Ну то, що помилась, да, головне, щоб градом не побилась. Ой! Тапок! Мой тапок! Ну що туди йти? Тапки повинні одіти бути, ні? Та капець, Оксана зараз упливе куди-то, потім будеш біжати искати. Лови тапок! Ловите мой тапок! Тапок лови, блядь! Кошмар! Я вытерял тапок! Бля, лови тапок! Кошмар! Где он? Да вот он возле ящика. Возле ящика. Вот, внизу, да. Внизу. А как оно все глубже? А как Оксана зарылась? Да вот под ящиком, куда ты полез? Да вот же оно. А так ты, а его так видно прям? Он тут за ящиком. Чей туфля? Так а кто ж его знает, куда он подплыл? Да, он поплыл туда, куда. Кошмар. Я говорю, а в сарае куча воды. Да? Капец. Вот это так приключенница. Приключенница? Мячик на коне плыл. И тетя Галя столько воды нанесла туда. Это не жарко. Не жарко. Была такая жара. Противключение. Не идите. Только про бассейн. Только про бассейн сегодня говорили. Вот, пожалуйста. Одень нормально тапки, я тебя прошу. Вот как вот так вот должен быть. Папа! Нормально? Купайся! Купи-купи! Ты как себя чувствовать будешь? А я думаю, что он трусы не переодевает. А він же купатися буде. А что Леша в трусах? Пошли купаться. Пошли. Там у меня штаны же промокли. Ого. Вот это я плинки вложил. Плин классный. Ты в сарай свой зайди, посмотри там. В баню. Красота. В бане там у тебя полная... Полная баня. Какие машинки в бане, в бане. Там тоже потекло? Да, собирайся. Денис, ты остаешься на... Меня кто-то перенесет на ручках? Что я буду там, потом рыбу? Максим, перенеси дядю Лешу на ручках. Пойди сюда. Ой, боже, там по колено воды, где Андрей ходит. Я глубоко, аккуратно. О, мамин телефон здесь поют. Це ж треба таке. Що ти там стоїш? Іди сюди.
Я там уже... Он сок. Надо это запомнить и вылезнуть себе в сторис. Как мой прошел день рождения. Очень хорошо. Да, Анечка, с днем рождения тебя. Зачем ты такой дождь вызвала? Мы хотели маленький. Чтобы так просто. Кстати, у рабов там же нету дождей. И они сюда приезжают, чтобы посмотреть. Беседка чуть не улетела тоже. Я ничего не увидела. Если ты сюда, приехала на арабу, надо всего сюда, посмотреть. Тима, купайся. Купи, купи. Боится. Ты кто? Водяной. Ой. Ой, бля. Плохая была идея. Опять тапки потеряли. Хорошо, что он закончился. Наташа, это ты копаешь, чтобы она уходила туда, да? Стихи она творила. Києві не було дождя, Артем пішов. Пошло туди. На Київ? Ні, я не знаю, куди. Ну явно не на Київ, куди-то воно туди. В яку сторону Київ, хто знає? В ту, мабуть. Ні, чи це не на Київ? Я на Київ. Не на Київ? А не на день рождения. У меня был хороший, замечательный день рождения. Кошка дорогу перебежала черная. Град начался. Беседку чуть не снесло. Приехали на заправку, папа забыл снять этот шланг. Поехали, он оторвался. День задался с утра. Плыви, Боричка. Еще сегодня здесь мячиками игрались, а сейчас тут ставочек. Это были помидоры и перчик. Помидоры и перчик. Беседка сегодня не слетела. Это. Куда? Небо ушло. Страшная туча туда ушла, с таким оградом, вообще кошмар. Андрейка,
ты купаешься там. О, пішла. Дрей уже в огороді скупався. Вже упав і скупався вместе з картошкою. Какое небо страшное там. Скажи, ужас. Ну, такое, конечно, вышло. Все, какое небо. Что-то какая-то фигня происходит. У рыбы эта вся туча ушла туда, и вроде бы это все опять возвращается сюда. Так оно реально что-то сюда возвращается. Смотри, и смотри, как оно быстро еще надвигается. Бляха-муха. Да я вышел. Блин, а что делать? Может, по машинам-то поехали? Эта хрень сюда возвращается. Наташа! Кидай лопаты, побежали в хату. Наташа! Наташа, посмотри сюда, кидай лопаты, побежали в хату. Смотрите, оно сюда, вот эта хрень идет. И она еще так быстро надвигается. Наташа, побежали. Побежали. Наташа, смотри. Тетя Галя, кидайте все нахрен и побежали. Прячьтесь. Лёша, прячемся. Возвращается туча. Недолго мы радовались. Возвращайся. Так это смотри, какая она страшная, эта туча. Да. Я тебе говорила, что оно идёт сюда. Что оно возвращается. Оттуда шло, потом оттуда. И вот оно надвигается опять. Сдувает. Это же надо такой ливень, это ж вообще. Знаете, мы такие. Мне, наверное, 30 лет не было такого. Ливень. А если не пройдет? Пройдет до утра. Я помню, будем ночевать тут, расстелимся. Я помню, в Терлесе было такое, что лило 3 дня без этого, без перерыва. Затопило тоже все. Да я с дедом был. Маленький? Да.